Планы реконструкции школы номер 9 подтвердились. Вчера во время визита губернатора в наш город об этом рассказал министр науки Новосибирской области. Подробности расскажем в сюжете. Министр науки и инновационной политики областного правительства Алексей Васильев во время визита в наш город губернатора анонсировал проект по реконструкции школы номер 9. Этот проект, по его словам, является частью большого плана по развитию интеллектуального и инновационного потенциала региона, который был сформулирован губернатором под названием «Академгородок 2.0». Мощность, она построена в середине прошлого века, и существующая мощность недостаточно. Предполагается постройка новой школы на 1000 мест с организацией учебного процесса, и масштаб стоимости оценивается в 1 000 000 000 рублей, а дата реализации проекта 2019-2021 год. План реконструкции стал сюрпризом для бердских педагогов. Директор школы Вера Забелич в телефонном разговоре сказала, что ранее ничего не слышала о нем. Перспективу строительства корпуса на 1000 учеников руководитель учебного заведения оценивает позитивно. В настоящее время школа готова принять примерно 600 учеников.